Здорово, пчаны, собрались с компанией сходить в музей, некий музей, так вот тут, какой-то стрёмный, короче, музей типа, бля, вот, насколько стрёмный, это истерия, уже тема Хэллоуина уже близится, гробы, бля, как в Дракуле слоте, блядь, ебуном. А есть еще две части, это от нет-нета, блядь, там тоже гробы надо угадывать, блядь, с бабками и с ключами. Пиздец, обосраться же можно вот так вот, если увидеть, блядь. Там и внутренности. Вот здесь отдельные билеты надо покупать. А мы пойдем... Паутина, блядь. Ебать ты, Люся, блядь. Слушай, вот в эту стрёмную хуйню нам надо идти, что ли? Нет. Мы идем в музей, ты не поверишь. Там мы... Не, если уж паутина здесь есть, значит там приколы с пауками должны быть. Не пойдем, не, неожиданно. Можно обосраться. В музей ты не поверишь. А чем какие шуки вместе? Да вон дом страха, Асилум. Паранормальное явление. Она говорит, вот. А что, а то, что они говорят, супер гуд, very good отель. Нам в музее. Мистер Ригли. Пигли, Ригли, да. Он здесь, он здесь. Музей мистер Ригли. Ригли. Бля, может, сходим на какую-то стрёмную хуету? Не? Не хотите? Очкуете? Ну, я потом тогда один скажу. Мне кажется, тут что-то... Я был в Сочи. Гонг страх входил, я больше не хожу. А чё, очково типа там? Нет. Тебя не выглядит? А, типа... Блядь, да ну нахуй. Музей, мистер Рипли. Там вон, слева. Как Мэрилин Мэнсон. Музей, да. Мистер Рипли. Музеум. Музеум. Обратно. Мы долго ходить сюда. Шарики, лото, бля, казино, нахуй. Вон что-то вот это вот делает. Трон. Садишься на него, и, наверное, он как-то там играется. Мне кажется, за бабки, а не это. Это за Адену. Это может тоже казино какое-то. Не, вон там вот мелочь типа кидается. Подожди, сейчас. А я не знаю, сколько там бат. А я боюсь, сейчас что-нибудь выпрыгну. А есть больше твоего. Да. Да, тут никакая хуйня не вылезает, нет? Роман, если мне кажется, нажать, она выглядит. Блять. Не, у меня таких. А надо хотя... бабло закинуть. Да, да, да. О. Нет, 10 будет забить. Блять. 10 будет. И именно монетой. Это вообще, пацаны, так-то торговый центр. Но он не супер большой. И как вы можете наблюдать, тоже туристы здесь не шибко-то и много. Хотя время прайм-тайм. Сейчас 8-9 часов, ну, может, да, уже походили тут, побродили, в большинстве своем, может, в обед тут. Не работает. Потому что не работает. Надо будку перезагрузить. А вон чел нафоткал, стрелял, 73 тысячи. А он топ скорилс. Можно, кстати, попасть типа на топыч.
175 тысяч. За все. На вас ты видал, за все время, ну, короче, можно вот там вот оказаться. За 122 250 бат, ты окажешься там. Нет, это поинты, это поинты. Это ж поинты. О, ща, ща. Пойдем тут послушать. Нет, блядь. Нет, я тоже, я хочу кричать. Я говорю, можно? Нет, пойдем туда. Да ну нафиг на вас. А если ему пизды дал, и он на бензопилу упал? Прикинь, даешь пизды этому челу, бля, а он на бензопилу падает. И мы смеемся в этом. Да, они такие, все вышло из-под контроля. Куда идем? Я быстро влип, я не... Ну на вас, мы пришли сюда, все. Ты бензопилу? Не. Так... Ну все, 13. Да я видел уже бензопилу, там понятно, что как там. Сразу что, он там побегает, съебался от него, да и все. А нам не надо маску такую? А думаешь, ее нужно? О, есть какая стрёмная, смотри, висельника. А, нет, все, хватило. Вон какая сыкотная. Пойдем туда спускаем. Что там? Я не знаю, там резинка должна быть. Стремно выгляжу. Вот так стремно было тогда. А вот зеркало есть, зеркало вот. А как пить-то вы? Не знаю. Тебе нравится? Бля, злая маска. А вот так нормально, вот так. Так, ну, через треугольник. Все, Ань, можешь. Хватит, да? А то мне даже дышать, кстати, сложновато. Элвис Пресли. Вот смотри, пацаны, какие здесь фигурки красивые, механические. Че, идем? Вот, смотрите, пацаны. А где эти-то? О-о! Мне кажется, не, в туалете они только недавно были. Может, они на бензопилу, на охоту пошли, бензопилы? Вполне себе. Бухой Илья сговорчив. Пожалуйста, руками не трогать, пацаны. Куда же они делись? Так что страшно. Блять, ну это чем-то уебало прям жестким. Ну, взрыв. Либо взрыв. Обжигающий. Атомный взрыв какой-то, да? Ну смотри, у него кожа висит. Если кожа висит. Ядерный. Может и ядерка тоже. О, блядь. Улица красных фонарей для курильщика. Я хуя там стучат. А там всякие хуйни, да, еще выпрыгивают, наверное. А когда это было? Пока этот не заорал. А давно это было? Вот, года два назад, и они до сих пор вот, короче, с бензопилой мутят. Трансформер? А нет, это... Так, хотел, это не там... Или трансформер, блядь. Это же этот... Типа Бэтмен там нарисован, летучие мэши. Блядь, как его, Power Rangers. Будто тоже Power Rangers такая же фишка. Что они превращаются, трансформируются. Прикинь, вот такую статую к себе домой.
А там типа, что тебя сегодня ждет? Какой-то рандом. Куперс, Друбис, Луки Лувис, Натеркаус. Тоже надо Адену типа закидывать. Всякое присякое. Устроячили? Да? А вы ушли куда-то? Мы за 2500 бат купили билет. Сколько? 2500. Сколько? За как человека? Или за все? За все. А кому надо показать? А может тут можно бесплатно пройти? А, мы не на тот еще идеи. Это все взадник. Оттуда выйти надо. А, блядь, нельзя со своим, короче. Сейчас. Погнали, пацаны. Кемер, вон самолет. Куда залезаете? Куда? Туда можно залезть? Он падает? На место пилот. Бля, с фольгой. Нихуя себе. Ну, вот такая вот. Летим, пацаны, за Дон Симоном, блядь. И компании. Место есть? Так-то. Человек. Если сидушки еще где-нибудь спарганить. А, 3 сидушки с одной, 3 с другой. 6 человек. Блять. Туса. Туса джуса, блять, по факту. Свечи, кстати, это похоже на свечи. Так я, да, так я взял его. Ну, ржавая. Жаль, тут пулеметов нет. Каких-нибудь. Хуя, у них здесь ручник даже имеется. А, блядь, комрады, сука, смотрите, наших комрадов, блядь, висят, ну да живые, блядь, живые, по факту. Жили? Покажи хуй. В стекло? Вон фонтан. Что это за хуйня вообще? А как оно вообще льется? Жик, а мы здесь. Здесь кондиционер даже есть. А мы тут бухнуть сможем? Короче, за пилотской хуйней. У тебя бухло есть? Да, и стаканчики есть. Ну пойдем бухнуть. Типа за рулем, блядь. Вот так и, блядь, и попадает нахуй в эксцесс. Кстати, пилоты, ебать, они пьяницы так-то. Со временем встают. Становятся. О, нихуя себе, это вот так вот? Как, кстати, это? Если я противоборствую тебе, если я более ебанутый пилот, чем ты, попробуй противодействуй мне. Я говорю, ты говоришь, надо тянуть вниз, а я говорю, надо тянуть вверх. Мы должны бороться, да? Бля, ты понял, да? Ну это какого года? 20-х годов, блядь. Управление дублируется. Это не 20-х годов, это 60-х годов. Кофе, чай? Блядь.
Не, на вас, может, тут не будем бухать все же. Нет, давай здесь. Бля, я не смогу. Ты не сможешь? А я смогу. Давай наливай. Давай я подержу эту штуку. Вон, вот это... Запивка там есть. Запивоныч. Почему было неудобно сидеть? Так, это труба, я как полагаю? Да, это труба, пацаны. Но сверху такое ощущение, словно это не труба, блядь. Вот здесь вот труба. А тут вот не труба, она как-то вот стекает. Я понял, что за хуйня. В отелях тоже с фонтана стекает, типа, по бордюру. Такой же принцип. Так, все. Идем дальше. Вон, от винта. О начале Второй мировой войны. Это что? Кабинет? Это объявление о начале Второй мировой войны. А что это за дядька? На вас, а что это за дядька? Ты знаешь его? Черчилль? Какой Черчилль? Это не Черчилль, это... Ну это и не Гитлер, явно. Нет, это больше индусская история какая-то. Mm-hmm. В то время, в то время. Ну конечно. Египет. Кстати, у каждого история... Фараоныч. И они настолько ее правильно считают, что даже если население вот в России 140... Кораблик, видите, какой печальный кораблик. По факту. Это галеон, что-то вроде идеология, такого. Да, идеология, она... Аму Луэлэс. Потому что если ты снесешь, а чем работать будет? За Луэлэс, Луэлэс. То есть надо... Трость какая-то, бля, о, ледяная трость, эпическая. Играли же, пацаны, в Скарии, Моровинт, в Обливион. Там есть музеи, в которые ночью можно прокрасться и спиздить что-нибудь. Я ни на что не намекаю, но просто навеяло. Навеяло какое-нибудь эпическое оружие там. Диэдрическое взять, свистнуть на начальных этапах игры. Топ геймер, мне кажется, вас надо сфоткать. На троне. Ух ты. Это, кстати, трон для самой большой жопы. Для Гриши полного ТВ? Да. А может подальше как-то? Надо подальше снизу. И всегда с пакетом главное. И всегда с пакетом главное, чтобы... Блядь, сейчас реально огромное, да? Тамплиеры, ёпта, бля. Серьезные ребята были. Что? Ты убила зайца. Аня, ты его... Мне кажется, ему хуёво, короче. А, кто он? А, смотри, утка. Утка или рэббит? А может быть там как-то... Можно, короче, пиздануть так, что он туда-сюда. И как рулетка, блядь. Ой, ебало, бля. Это маска. Закрытая маска. Фото, опять же, маска. Рифт правая какая-то и левая. Короче, все скопировано с вот этого. Такое лицо у него внутреннее. Ну, кстати, на камере прикольно выглядит. Словно какая-то, блядь, грибоштука, блядь. А на самом деле, ну, типа... Да, ну, отверстие
с волосами. Волосы дают некий объем. Микроскоп. Хуеси, а что туда закинули, блять? А где? Это на спичечной головке там выгры. Что тут? Это видишь, на спичечной головке нарисовали. И здесь тоже какая-то движуха. А здесь? Фигурки какие-то. Там некие фигурки. Это спичечные коробки? Вот спичечные. Ой, спичечные. Это из этой головки. Ну такая тачка, как тебе? Ну широкая пиздец. А, парковать ее это сложно, наверное. А может эта штучка маленькая? Может это серединка маленькая на одного человека? Купешка? Ну типа одна, да. Ну а одна местка? Да, да. Нет, скорее всего двухместка. Да, что такое? Типа спиздить кристалл? Да. Где мои бриллианты? Все, пиздец, копы понаехали. Да-да, не удивляйтесь, пацаны. Все, я остановил уже картину. Ты остановишь, она такая объемная. На вас за что там? Да, что там увидел? Надо было покурить все-таки. Синяя какая-то это? Нет, стой. Блядь, нахуй ты перекрыл, блядь, всю эту хуйню, блядь. А что там? Ну на вас старается, отходит, блядь, пердит, блядь. По гайду, да? Да, я эту вижу картину полностью. И что там? Кстати, ничего интересного, я и вижу. Эта картина, кстати, неинтересная. Надо картины эту и содрать. Дон Симона надо. Картину Дон Симона, блядь, сюда. Черно-белую. А я нахуй помаркас послы. Если ты ее понял, ты ее разключила, сразу поразить. Такая штука тоже кричащая. Клюпай. Надо в одну просто смотреть. Бом-бом. Ты уже чувствовал, когда можно зафиксировать, да? А, что эта кнопка делает? Я не понял, бля. Давай посмотрим. Смотри, я прям резко могу уже сделать. Что надо? Смотреть типа на эти два очка? Да. Одно мигает. Да нет, почему-то. Я объем чувствую, но это, кстати, это картина... Странно, почему одно мигает-то? Это... А что ты смотришь? Какой-то динозавр. Ну, я не знаю, кнопка здесь есть, но один, ничего не работает. Но, фонарик но один. Нее... Я думал, он реагирует на зрение, типа, вообще как-то понимает, смотришь ты на него, нет? Это прикольная картина, и у нее есть вот здесь, ряд здесь и здесь ряд. А эта фигура подсвечивает. Как же? А, это же. Я не поняла, что такое. Ну, разница есть. Тригонометрия. Не, ну как бы, я понимаю, что разница есть, но какая-то. Просто подсвечивает фигура. Ну. А Кен Кут Какия. НАТО! А, нет, Инта, точнее, не НАТО, Инта. Везде политика. Да, здесь да, даже этот хуй не понимает, что за хуйня здесь. Это не другой динок, я вообще чуть-чуть. Это, кстати, неинтересная картина. Это вообще ничего. Но ты ее остановишь, правильно? Смотри, я тебе могу, когда я ее остановил, я могу смотреть, как другому может быть. Пошли второй этаж. Вы в туалет пошли. Это в туалет пошли. Фига, ты на съемку какие ведешь. Ты видеооператор? Умею, да. Так же, у меня кореша есть видеооператоры, которые там такие профи. И я смотрю, как они тоже трапсят. И... Не так же, что-то свое, естественно. Я видела прям, как у тебя получается.
Смотри, дядя двух тёть поднял. И они не тайки, ни хрена. Да? Одна грузинка, а это кто? Мне кажется, европейка какая-то. Да. А с какой? С какого города? А, не с города, страна Бавария, наверняка. Бавария? Она... Она в Грузии, да? Или Армения? Ну, чуть-чуть, да. А он это? Ну, и мужик, судя по волосам. Судя по волосам, да. Там между ними где-то. Кабардино-Балкария, может. Вот музей. Тут мужик вообще, смотри, детей поднимает. Это музей? Я три месяца. Усами! Да? Это какой год? Я не знаю. Это вот. Жить. Написано, а какой год? Да. Ну, я думаю, я из дома, я работал. Неизвестно. Они там, все умерли, по идее, там, да, уже на фото. А тут что-то подкидывают. Музеи какие-то. Топ-т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 оп
что там не есть, юридикция. Бля, вон же. Смотри, рыбу одели. Сталкер, хотите Fallout? Вот, пожалуйста, пацаны. Одели рыбу. Шубка такая. Единственная в мире. Червячок. Трех. Басук. А, у нее три ноги. Дабл. Нет, спереди свои. Яичко. Яичко, птичка. А это именно образ лошади, который ее... Сокол нормального человека, я хз, блядь. То есть больше нигде в мире это лошади нет? Да, в Африке прям такую тему, блядь, регулярно... Она дожила до такого... Чего они там только не ловят эти? Думаешь, как ходить без рук или без ноги? Ой, а это что? А теперь надо. Где-то плачет одна Диана. Я нажимаю, а там раскручивается. Смотри, видишь, да? Ничего себе, да? Тут нажимаешь, а там круг. Это почему называется музей? А остановить, если... Это все настоящее. Это вот так, наверное, успокоиться. Шпуки, которые... Вот это было, это как казино, типа, что сверху, то и приведет. 50 на 50. Какой-то диск. Вот сейчас это останови, нет, ну-ка, вот сейчас это останови. Это было охотно. Или раньше. Это, нет, тогда было белое. Тогда было белое, ну, сейчас что тропнется. Белое было? Было белое. А, ну не, рандом, короче, рандом надо. Функционирует. Кофта. Ух ты ж, ёк-макарёк. Центер? Ничего не наел. По-моему, в минус как-то. Даже. Вообще, стрелка даже не... О, стрелка! Бедный Биг Мэн. Это не кухер, Дотс. А, нельзя, он не работает. А был же такой чел, бля, без пизды, бля, буду, был такой человек. Они до сих пор вместе. Я хотел сидеть, канал видел. Они там что-то... Там весы никакие не выдержат, вон тут. Типа 200 кило максы. Точнее, к ним магазин ездит. Так, а вон еще самый высокий, это уже на реальных событиях, чтобы ты понимала, и чтобы вы, пацаны, понимали тоже, все на реальных событиях, а это бог греческий любитель. Дядя, 2,60, 2,70, ебать ту Люсю, блядь. Я не знаю, так ему можно вот так вот делать. Просто. Не на коленках. Не на коленках, просто стоя там. Стоя, да, смотри, дай подходишь. А с кем это ты? Да так. Затусили. Бизнесмен, пиджак есть, все.
Хотя он работяга так-то. А, самый маленький? Ну, это фейк, скорее всего. Не может быть такого человека. Не может быть. Ну, да, особенно с такими этими мышцами. Mm-hmm. Ну, вот, нет, качался? Такого не может. А, такие вот два, по-моему, рекорд 2.50 где-то. Может, и это тоже какой-то факт. Обувь у него, смотрите. Не, она у него шире, больше. Не, у меня 43-44 размер. У него там 53, наверное, какой-то. А, это фигня? А это чувак, который жрал все больше, короче. И жрет, и жрет. Смотри, жрет и не толстеет. Да, как тут? Вот, геометрические приколы используют. По факту. Что вы сейчас ощущаете? Блин, оно бесконечное, слышишь, Жаня? Ух ты ж, бля. Голова кружится? Да не, не, там вторгнуло. Есть такое, вот это вот прикольная штука. Пинг-понг, кег, бильярд и мячик теннис. Три мячика в рот засунул, ну... Нормально, да. Владос, пора домой. Давай, Влад, все, хватит. Хватит стоять тут. Трансформирующий? Да-да-да. Кстати, а ты только глянь. Здесь, типа, мы видим себя так, а на видосе по-другому. Интересно, да? Ну, пифак посмотри, да. А там почти нормально. Вот ноги высокие, хорошо. А ноги есть. Прекрасно. Ну, кстати, Влад Савельев пожирнее будет. Владос реально пожирнее будет. В Red Dead Redemption 2 есть локация с домиком. Там, короче, жирный чел с семьей, блядь, и они людоеды, оказывается. Приходишь к ним, они тебя кормят человечиной. Ты их стреляешь. Мост, и вот пацаны. А, ля, пацаны, смотрите. Дребезжит. Да, идешь. Короче, какая-то проволока супер чувствительная. Да, я иду, и трясется менюшка. Ча! Медуза. Что это? Медуза. Скорпион. У медузы чаще волосня распространяется на голове. Вот он с зубами, блядь, какие-то. Голова, видите? Видите? Я тоже вижу, пацаны. Мы видим то, что мы видим. Маски от стеков. Или майи, опять же, ну, тех эпох еще до интернета. Что можно сделать? Трубочка, язык. И смотреть надо. Могу. Не, на видео он показывает как. Сейчас. Во-во-во. Не, так я перевернуть язык не могу. Это чисто для меня есть. Причем там все 360. 360.
минетчицы. Это наказание для преступников. Нет, это не пытка. С бамбуком. Это наказание. А это черепа? На соски, бля.